Друзья, всем привет! С вами Таня Виттори. Сегодня познакомимся с местоимением «свой». Успехов вам! Местоимение «свой» употребляется для определения предмета, который принадлежит действующему лицу. Это Антон. Антон берет свои деньги. Деньги принадлежат Антону. Это Витя. Антон берет его деньги. Чужие деньги, которые не принадлежат Антону. Это Василий и жена Василия. Василий любит свою жену. Это Андрей. Он друг Василия. Андрей любит его жену. Его, ее, их не значит свой. Антон взял свой чемодан и пошел. Чемодан принадлежит Антону. Антон взял ее чемодан и пошел. Чемодан чужой, принадлежит Кате. Мой почти всегда обозначает свой. Это мой город. Я люблю свой город. Свой обозначает мой, твой, наш, ваш. Если местоимение «я», «мы», «ты», «вы» употребляются с местоимением «свой». Я продал свою машину. Я продал мою машину. Мы любим своих детей. Мы любим наших детей. Ты видишь свою маму. Ты видишь твою маму. Вы несете свои сумки. Вы несете ваши сумки. Свой обозначает твой, ваш, если повелительное наклонение глагола плюс свой. Дай мне свою книгу. Дай мне твою книгу. Принесите свои вещи. Принесите ваши вещи. Откройте свои тетради. Откройте ваши тетради. Местоимение «свой» изменяется по родам. Мужской род – свой. Женский род – своя. Средний род – свое. Множественное число – свои. Род слова «свой» такой же, как род существительного, с которым оно употребляется. У меня есть свой сад. Мужской род. У меня
есть своя яхта, женский род. У меня свое полотенце, средний род. У меня свои деньги, множественное число. Свой, винительный и предложный падежи. Именительный падеж. Свой, мужской род. Своя, женский род. Свое, средний род. Свои, множественное число. Винительный падеж. Своего, с одушевленными существительными. Свой, с неодушевленными существительными. Свою, свое, своих, с одушевленными существительными. Свои, с неодушевленными существительными. Предложный падеж. О, в, на, своем. О, в, на, своей. О, в, на, своем. О, в, на, своих. Я редко вижу своего брата. Мой брат много работает, а свободное время проводит на рыбалке. Мою бабушку зовут Антонина. Она добрая и умная. Я люблю свою бабушку. У меня есть свое любимое место для прогулок. Это березовая аллея. Я сложил свои вещи и еще раз проверил свои документы. Все в порядке. Я еду на море. Практические задания. Прочитайте, потом запишите предложения. Это мой брат Коля. Я говорю о Коле. Я говорю о своем брате. Это твой брат Володя. Ты говоришь о Володе. Ты говоришь о своем брате. Это ее брат Саша. Она говорит о Саше. Она говорит о своем брате. Это его брат Витя. Он говорит о Вите. Он говорит о своем брате. Это наш брат Юра. Мы говорим о Юре. Мы говорим о своем брате. Это ваш брат Петя. Вы говорите
о Пете. Вы говорите о своем брате. Это их брат Толя. Они говорят о Толе. Они говорят о своем брате. Прочитайте, потом запишите предложения. Это мой брат Егор. Мы, ты и я говорим о Егоре. Я рассказываю о своем брате Егоре. Ты слушаешь о моем брате Егоре. Это твой брат Саша. Мы, ты и я, говорим о Саше. Ты рассказываешь о своем брате Саше. Я слушаю о твоем брате Саше. Это ее брат Джон. Мы, я и она, говорим о Джоне. Она рассказывает о своем брате Джоне. Я слушаю о ее брате Джоне. Это их брат Майкл. Мы, они и я разговариваем о Майкле. Они рассказывают о своем брате Майкле. Я спрашиваю об их брате Майкле. Поставьте местоимение свой в нужную форму. Это его сестра. Он говорит о сестре. Это их дом. Они говорят о доме. Это его работа. Он рассказывает о работе. Это ваш друг. Расскажите о друге. Россия – ее родина. Она часто думает о родине. Это наш класс. Мы часто занимаемся в классе. Это моя тетрадь. Я пишу в тетради. Это его диван. Он лежит на диване. Ответы на задание. Это его сестра. Он говорит
о своей сестре. Это их дом. Они говорят о своем доме. Это его работа. Он рассказывает о своей работе. Это ваш друг. Расскажите о своем друге. Россия – ее родина. Она часто думает о своей родине. Это наш класс. Мы всегда занимаемся в своем классе. Это моя тетрадь. Я пишу в своей тетради. Это его диван. Он лежит на своем диване. Поставьте свой или его, ее, их на месте пропуска в нужной форме. Например, это Антон, это картина. Он показывает картину. Мы смотрим картину. Это Антон. Это его картина. Он показывает свою картину. Мы смотрим его картину. Дима любит кошку. Вы не видели кошку? Он продает дом. Она покупает дом. Писатель пишет книги. Мы читаем книги. Он любит жену. Вы знаете жену? Они продают машину. Кто покупает машину? Это Маша. Это портрет. Она показывает портрет. Пассажир показывает билет. Контролер смотрит билет. Это Нина. Это сестра. Я знаю сестру. Нина любит сестру. Ответы на задание. Дима любит свою кошку. Вы не видели его кошку? Он продает свой дом. Она покупает его дом. Писатель пишет свои книги. Мы читаем его книги.
Он любит свою жену. Вы знаете его жену? Они продают свою машину. Кто покупает их машину? Это Маша. Это ее портрет. Она показывает свой портрет. Пассажир показывает свой билет. Контролер смотрит его билет. Это Нина. Это ее сестра. Я знаю ее сестру. Нина любит свою сестру.